Приветствую вас, дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Михалыча и пробуем сегодня что-то поснимать. Судя по тому, что мы находимся на ферме, меня спалил вот этот мост, я хочу уделить видосик старой ферме. Почему именно ей? У нас здесь есть хорошенькие вопросы, которые уже не один день тревожат максимальное количество людей. Как же открывать амбар? В этом видео мы попробуем открыть амбар какими-то особенными способами. Есть ребята, которые говорят, что нужно амбарчик открывать только тогда, когда ты на него не смотришь, и он точно откроется. Другие же наоборот говорят, что надо максимально шуметь при открытии амбара. Поэтому, ребят, сегодня я попробую как-то особенно это все сделать. Я думаю, что и один, и второй способ нам удастся сегодня проверить. Заодно чекнем, что он не выпадает с этого ящика крутецкого, который нас всегда преследует на ферме. Ребят, спасибо всем, кто поддерживает меня, максимально ставя лайки под видосы. Всем, кто пишет комментарии, отдельное спасибо за репосты. Я даже не знаю, как благодарить вас. До недавнего времени не знал, что такое репосты, а сейчас они посыпались рекой, даже по 2-3 штуки в день. Спасибо вам, ребят, большущее. Что мы здесь имеем? И сразу же синий ящик. Но это отдельная история. Синий ящик еще рановато. Нужно почистить, зачистить всю локацию, а только потом приступать к переносу ящика в нужные нам места. Отдельной активной проблемой являются здесь рейдеры, которые бесконечно тоже находятся. Конечно, гранаты, гранатометы, подстволки, все это хороший способ уничтожить этих, я даже не знаю, они рейдеры, плохие или хорошие, решает только то, как они относятся к нам. Они относятся к нашему персонажу очень негативно, поэтому я буду считать, что они очень плохие. Топовая УЗИшка. У меня некоторые ребята спрашивали, какие модули. Вот они! Один, конечно, серый. Не нашел я еще нормального модуля, чтобы поставить на ствол. Нормальный, я считаю, фиолетовый. Но не всегда фиолетовые моды лучше, чем серые. В этот раз это не исключение. Я вам скажу, что топовая штука. Вот такой вот быстрострельный огнестрел, причем довольно-таки эффективно в сражении с зомбятами. Я не знаю, как высчитывать, 3 секунды всегда хватало для того, чтобы взорвать и успеть отбежать. У меня, как говорится, всегда это получается. Максимально всегда. В каждом каком-то деле бывают свои казусы. Но в полицейском участке не всегда так все хорошо. Зараженные быки, здесь отдельный разговор с ними. Они очень опасные и могут убить с одного удара даже самых заядлых ребят. Кстати, смотрите баг, который здесь я увидел. Если у вас довольно-таки дальнострельное оружие, вы можете нашего разорителя убивать, даже не огряна себя. Ля, какой баг! Вот это прикольно! Разоритель даже не огрится. Жесть! Вот это нормально. Да, но то, что его убиваем с огнестрела, это минус. Но он, я не знаю, он согрелся или нет. О, вот теперь я только понял, что он согрелся. Так, давайте подождем, пока он еще раз блюнет. Отлично. Вы видели этот баг, ребят? Ого! Жестячок. Люблю баги, которые уже после стольких дней игры в Last Dayonar Survive все равно показывают свое существо. И наслаждайся ими как-то максимально круто. То есть разоритель у нас лег, и мы забираем все, что там было. Остается теперь, конечно же, перенести ящик в нужные нам места. Зачистка полностью фермы не всегда является самым интересным делом, и многие пропускают. Нас же сейчас интересует вот этот амбар. Как тебе амбарище открыть? Для этого мне нужен огнестрел, который будет максимально шуметь. Это первый способ. Второй способ — это должен быть, конечно же, может быть. Мы не должны ничего видеть, то есть максимально уйти далеко от амбара или даже слиться под зомбями. Ну, вот такие три способа, как же мы откроем амбарище
Ну, какой из них, конечно, откроет амбарище? Я знаю, что здесь лучше всего использовать огнестрел в борьбе с дикими гигантами, потому что эти дикие гиганты являются очень серьезной проблемой, и мы можем, как говорится, потерпеть фиаско. Но с такими оружиями, как у меня, это делать вообще на изи, и наслаждение бесконечно от этого. Постеры я так и не дособирал, поэтому вот еще один плюс. То, что я здесь подыщу постеры. Кстати, обыскивал один раз ферму, дважды я даже обошел ее. Но вот, как говорится, есть места, в которых мы еще ни разу не бывали. Отдельный момент этого дома, то, что здесь живет огромнейший дикий гигант-самец. Ну и с ним вот такая вот барышня, которая, не знаю, ну, наверное, семейная пара. Что они здесь делали за этой запертой стеной? Вы можете написать в комментариях. Это будет очень круто. Я думаю, что мы вместе все сможем улыбнуться с каждого варианта, который вы напишите. Прям буду ждать с нетерпением. Напишите, что же делал этот толстяк и та худышка зомби, которые здесь жили в отдельной комнате. Причем для взломки вот этого замка нужен был взломщик. Уровень взломщика. Ну что, ребят, я, наверное, следующие кусочки фермы зачищу уже помимо видео, чтобы вам, ну, как бы не занимать максимальное количество вашего времени. Постер, кстати, найден. А почему я на стриме не мог найти его, прямо не знаю. На стриме я даже срубил вот это дерево, но постер так и не был найден. Вот в чем прикол. Может быть, где-то тоже подбагало. Сейчас, ребят, я зачищу все. Я слышу, как там рычат зомбяшки. Но я надеюсь, что нам удастся их всех слить. Ребят, хотел бы спросить у всех истинных ценителей и почитателей верного друга. Если у вас верный друг, обязательно напишите, черкните об этом в комментах. Хотели бы вы увидеть, как же все-таки достать верного друга. Я не говорю, что это самый простой или самый крутой способ, и он для вас 100% принесет верного друга. Но да, я покажу вам, как я забрал верного друга. Для этого понадобилось целых 5 дней жесткого, ну, можно так сказать, не сильно жесткого фарма. Напишите в комментариях, ребят, нужно ли видео с верным другом. Пишите «верный друг» или, не знаю, «собери верного друга». Не как «собери», «выведи». Скрести, найди. Ребят, напишите верный друг в комментариях, и это точно поможет снять мне видос о том, как же я быстрым способом достал верного друга и теперь наслаждаюсь этим щеночком бесконечно. Что я могу отдельного сказать об этом ящике? В этом ящике приходилось находить не один активный модуль. Нормально нереальное оружие и уникальное ближнебойное оружие — это коса. Да, коса является самым дымажным оружием до сих пор. Ну, если не считая, конечно же, гранатометов, ну и, наверное, все. 70 чистоганского урона имеет коса. Вот в чем, конечно, вся соль этого ящика. Сейчас мне нужно будет, наверное, заглянуть таки на почту. Для того, чтобы взять максимальное оружие, которое шумит. Хотя у меня есть дробовик. Почему бы не использовать его? На нем не стоят никакие глушители, поэтому я думаю, что сойдет на все деньги. Я попробую сейчас использовать первый способ, который поможет нам, обязательно поможет нам открыть амбар. То есть нам нужно, после того, как мы поместим сюда ящик, максимально шуметь, чтобы вот те зомби, которые там были, или будут, или есть, попробовали или постарались выйти наружу. Я буду стрелять, шуметь. Давай, давай, давай. Наверное, так близко я не стану. Стреляем в сторону этих дверей. Ну же, есть тебя. Не самый, конечно, крутой способ стрелять в двери, с которых вырвутся сразу 3 диких гиганта. Тем не менее, мне удалось надурить их, обвести вокруг и попробую сейчас забрать свое. Очень рискую, если пришел сюда без шмота, без брони. И без ничего очень рискуешь получить в щи, потому что урон вот этих диких гигантов равен сотне. И если у вас меньше 100 хп, ну, сразу же с одного удара готовьтесь быть убитым. Поэтому, ребят, очень осторожно убиваем диких гигантов. Хорошо, что они не так уж и быстро двигаются.
мне удалось убить более быстрых зомби, конечно же, попробовав отбегать и стрелять. 5 аптечек и УЗИ, на которые я по спешке не поставил ни одного модуля, сейчас помогает мне в этой неравной битве. Ну-ка, что у меня тут есть? У меня есть дробовик-боровик. Хорош, отошел. Ну, давайте посмотрим, что же за урон нам он даст. Или все-таки давайте, наверное, отойдем и возьмем хоть одну аптечку. Аптечки здесь нам понадобятся со всей силы. Сотку пробьешь? Ля, соточку пролепил, ребят. Я не обманывал. 100 урона. Вот это, конечно, большущий уронище у нашего дядьки. И самое главное, что можно здесь потерять этот тактический рюкзак. Поэтому выбор за вами. Очень крутой способ открыть вот эти двери, но будьте внимательны. Вы можете потерять максимально все, с чем пришли. Итак, я взял с собой немного лута. Конечно, не знаю, зачем я взял с собой косу. Надеюсь, что она у меня еще выпадет. Я думал, может быть, кого-то я там подрежу в режиме стелса. Но ничего не получилось. Очередной щеночек. Хотел, открыл. Зачем открыл? На этой ферме я вот этот амбар. Для того, чтобы показать, что здесь тоже падают хорошие части для чопера. Это вот у нас вилочка. Это вот у нас бензин. Все очень круто. И можно ходить сюда также. Для того, чтобы найти какие-то отдельные редкие вещи для вашего чопера. Надеюсь, что уже каждый из вас получил чопера. Ну а если нет, то желаю вам максимальной удачи в выбиении этого непростого, как говорится, украшения. Бабах! И нет, коса у меня сегодня не упала. Но есть хорошие новости. У меня и укрепленная рукоять. Ну, имеется, тем не менее, я думаю, она никогда лишней не будет всем истинным любителям и ценителям именно этой игрули. Я думаю, что модули никогда не бывают лишними. Я сейчас заберу все, что смогу с этого ящика. И, конечно же, вернусь за тем, что менее редкое. Кстати, ценные записки уже собираю. Надеюсь, что разработчики нам придумали коварный план по прокачке еще нескольких уровней. Я буду к этому готов. И максимально быстро апну свои левелы. У меня уже около 30 таких журналов. И это, я думаю, неплохой показатель. Что у нас есть кувалды вот такой вот. Это максимально крутая кувалда, которая только может быть в игре. Потому что фиолетовых модулей на нее, ну, не нашел я. Не знаю, нашли ли вы фиолетовый модуль на кувалду. Все, что есть, конечно, нашел. Кувалды нету. Забираю также я лопату, за этим обещаю вернуться немного позже. А вам, ребят, надеюсь, понравился данный ролик и вы оцените его, поставив свой лайк. Я, конечно, обещал, что сделаю манипуляции и проверим мы несколько вариантов открытия вот этого амбара. Я думаю, что в следующих видео, как только будут связаны видосы с фермы и открытием амбара, я обязательно использую эти методы и об этом напомню вам в самом начале видео. Потому что не получилось. Убили меня. А если убили, то на других аккаунтах зашел. Также, ребят, у нас все очень плохо. Ферму я-то зачистил там. Печально, обидно. Я думал, после обновления все локации обновляются. Но это стало не так, и поэтому не получилось. Бывает такое в жизни, что-то хочешь реально крутое сделать, но оно не получается. Всем, ребят, спасибо за то, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, вы истинные ценители Last Day on Earth Survival и влепите свой сочный лайкос под этот видос. Не забывайте также писать комментарии, ведь это очень стимулирует для снятия некоторых крутых видео в будущем. Подписка очень важна для канала, и обещаю, при наборе 100 тысяч подписчиков, каждый из вас сможет выиграть, может и небольшую сумму, но довольно-таки приятную для пополнения мобильного телефона или покупки каких-то отдельных вещей в игре. Всем, ребят, удачи, пока и увидимся в следующих видео.